Смотрите, звук только, звук. Видите, что? Ремонтируют что-то. Да? Алкаша, что ли? Ничего себе. Она его спасает? Приходит. Ну, пришла проведать. Угу. А вы готовы, да, к ремонту камеры? Да. Сейчас буду разбирать камеру. Вот, и буду смотреть, что там произошло. Пойдемте. Чем мне радио «Свобода»? Ну это... Радио «Голос Америки». Сейчас уже «Голос Америки», да, то есть, смотрите. Потом нас припишут к агентам. Иностранным? Да. Что мы показываем, как живут россияне. Да, как живут россияне. Я тогда не буду закрывать, сейчас она придет. Французы придут. Макрон. Французы пойдут на Москву. Смотри, вот... Какая крышка? Я думаю, откуда крышка появилась эта? Она отпала вот отсюда. От потолка, да? Да, вот дом проседает. Скоро рухнет. Вот она крышка. Я думаю, что брякнуло? То есть дом уже рушится? Дом рушится. Все. Ну, до 25-го года, наверное, полностью окончательно рухнет. Так. Ну, что? Чай, кофе. Потанцуем? Нет. Танцевать негде, да, здесь? Танцевать негде. Да, дискотеку здесь не устроишь. Да. Здесь площадь у нас, только вот просмотровый зал выходить на улицу. Да. Вот там место есть. Это будка киномеханика, по сути. Да, будка. Это дом. Дом сибирского... дом... ветерана сибирского кино. Инвалидов. Инвалидов. Инвалидов много, а ветеран сибирского кино один остался. Это я. Вот. Сейчас посмотрим. Вот это я. В таком возрасте я пришел в кино. Это первая киносъемка. А вот он я. Сейчас. Так. В общем, все. Я готов разобрать. Ты на камеру. Ремонтная. Ну и куда я поставил эту сумку свою? Долбанную. Заложил вот очки, я не знаю, вот эти очки. Вот эти очки. Все. Отвертка. Это. Ну что я? Несу вот эти всякие. Инструмент? Да, подсветки. Все инструменты эти. И самый главный инструмент — это очки. Без очков я ничего. Еще машина зудит. Зудит. Не зудит, скулит. Скулит — это как зарядное устройство. Но. Ну вот, где камера, которую из Франции прислали? Так, французы. Она у меня собранная. Она вот там. Вот она. Серая камера АКС-1. Авиационная, да, как я понимаю? Авиационная АКС без объектива. Я ее вроде бы как сделал. Но требуется еще. Ну, да. И сейчас, а что там было? Заклинивший механизм, да, был весь? Так, я сейчас не вспомню. Там, по-моему, заклинил механизм, и профилактика требовалась, да, механизму еще? Там... Обтюратор погнут. Обтюратор не крутился. А и скорость не регулировалась там, да, скорость, как да. говорили? Датчик скорости. Ну, вот. Здесь надо разобрать, потому что, мне кажется, червячная передача, она проскальзывает. А это очень опасно, потому что... Может сорвать? Стирается, и все не работает. Вот, это крышка, вот кассеты, я сейчас вытащу и буду разбирать. Это очень долго, поэтому на кино не знаю, что. Что снимется, да? Да. Посмотрим. Будем отворачивать, начинать. Отворачиваем вот эту крышку, которая крутит обтюратор.
два, три винта, два здесь, с лицевой стороны, один винт, с тылу, со стороны фильмоканала. Сложно. А, он отвернут, вот он. Ага. Вот этот снимаем, вот. Вот, это вот. Механизм обтюратора. Механизм обтюратора. Он и не работал. Здесь было люфты. Вы устранили, да? Ага. Близко до винтиков. Вот. Сейчас мы это поставим. И вот, смотри. Иди и смотри. Вот. Вот там. Сейчас крутится, потому что здесь нету. Сейчас надо будет снять весь механизм. Угу. Самое интересное. Да, шахта здесь. Будем отворачивать. Радио им не нужно. Ну, пучеглазая, как Вахатова говорила. Угу. То есть надо смотреть, и когда человек работает, это самое лучшее. Человека труда хотят посмотреть. Да, говорит, самое лучшее смотреть, как посторонние люди работают. Они и еще, когда они получают деньги. Вот это самое интересное. Ну, вот. И вытащу весь механизм. Там останется только пружина. Лобануло вам, да? Так, подожди. Куда же я дел? Эту, значит, он где-то там. Сейчас я найду. В общем, тебя ничего нету, не видно. Ага, вижу, вижу. Во. Сбрасываем три оборота. А почему три оборота? Потому что здесь устроено так, что завод заканчивается, когда он уже начинает скорость падать, он в этот момент останавливает. Там блокируется храповиком каким-то. Вот. И поэтому остановка уже без замедления идет. В моей камере этой шестеренки нету, ее выкинули, потому что, видать, операторы максимально заводили, пока вообще силы есть. И ее хватало на большую скорость, на большую продолжительность съемки. Все, вот это я сбросил. А теперь вот это надо так отверткой подковырнуть. И оторвать втулку, которая крутит. Надо одеть. И отодвинуть все это. Так. Это что у меня? А, понятно, здесь шестеренка. Пошла. Ёлки-палки, все, вот, сняли. Вот он механизм, весь в сборе. Все шестеренки здесь. Со всех, с другой стороны покажите. А, тут так же и так. Вот. Вот этот прижимной столик для кадрового окна. Ну, здесь ролики. Подающий вал, приемный вал, катушка. Те шестеренки, они внутри. Сейчас мы... Винт это под отвертку, а болт под ключ. И под партбилет. Да. Неописанное. Хоп, вот они шестеренки. Вот он весь механизм. Сейчас разбираю. Это так. Ой, все, сбил. Сейчас я... Вот, это так, это так, вот этим смазывается шестеренка, и вот червячная.
которая, собственно, ломается часто, стирается, вырабатывается, да? Да, да. Вот в этом дело. Идет выработка. Вот это и жужжало. Я думаю, что там жужжит? Вот, то есть, видать, зазор вот здесь. То есть нашли инсульт, скажем так, да, в ней. Это ж... В общем, эту втулочку выбиваю, чуть-чуть протачиваю. Надо круглый надфиль. Протачиваю туда. Угу. И этим образом оно приближается к самому червяку. Таким образом, вот, образом будет работать, да? Да, и не будет уже прокручиваться, потому что он один, два, три раза прокручится, а потом уже будет жужжать. Прокрутите червяк еще, пожалуйста. Вот, видишь? Вот таким образом крутится центробежный регулятор, им регулируется скорость. То есть проблема в этом, в скорости именно? Скорость вращения, частота кадров в секунду. Что, будете делать, да? Да, конечно. Все, работаем. Да. На белом фоне.